Мы начинаем Мишну Надав Кав Гимал Амуд Бет снизу. Акуреба Тура Ло Ивхот Мишлуша Псуким. Как мы уже это упоминали, этот закон, что так постановили, что человек, который читает Туру, минимум должен прочесть три пасука. Такой закон, это надо знать. А? Это как раз, который про нее говорили, да, здесь? Алуисахем Софу. Наверное, это вторая была, правильно? Посмотри, проверь, где. На, посмотри. Ну, посмотри, как она начинается. Наверное, это и есть, про которое мы говорили в море. Вайтер, значит, что говорит Мара, что минимум нужно три пасука. Человек, который читает Тору, нужно быть три пасука. Влой крайли ми тургиман, ютерами пасук эхот. То есть, раньше было принято, до сих пор, по-моему, в йеменских общинах есть такое, что читает Тору человек один, а второй мутургиман называется, переводчик, который читает то же самое на арамейском. Не это? Значит, такая же. Неважно. Акицур, значит, такой же читает, мутургиман читает перевод. И значит, нельзя, то есть читает сколько-то времени, читает сколько-то, читает чтец Патарея, вот он читает переводчик. На арамейский язык, и можно только по одному пасуку. Один пасук читает Патарея, а второй пасук читает мутургиман. Переводит сразу, да? Говорит Раша, почему шило и те, а мутургиман мина торгум альпе. Чтобы он не ошибся просто. Потому что и вторые учатся всякие алахот и так далее. Если человек ошибется, это будет очень плохо. Поэтому восстановили, что нельзя читать больше одного пасука. У Бенави шлуша. Бенави можно читать три пасука для переводчика. Говорит Раши, почему Емир це было их падла на мите. Потому что даже если ошибется, сильного ничего не случится. Почему? Потому что в пророках не написано алахот, не написано мицвот. Человек, который неправильно поймет пророка, ошибка сильно не будет. Это не такая важная вещь, как в Таре. В Таре написано мицвот, если человек неправильно поймет перевод. Раньше почему читали перевод на арамейский? Потому что разговорный язык был арамейский. И чтобы люди понимали, о чем речь, постановили, что читают на Шона Койдыш, а на святом языке сразу читают перевод. И поскольку в Таре очень важно не ошибиться, почему? Таре говорит про мицвот, какие мицвот нужно делать, какие нужно делать, как нужно делать, что можно делать, что нельзя делать. Если человек прочтет неправильный перевод, если много сразу прочесть, перевод это вещь, которая бальпе, устная тура. Ее читают не из книжки, а устно. Если прочтут неправильно, будет проблема с этим. А в Нави, даже если ошибиться, ничего не страшно. Чего страшного нету. А юшло штан шалош порышиот курин эхот эхот. Даже в пророках, если есть три, как называется, три пасука, которые, три, как сказать, пасука, каждый из которых сама по себе параша, каждый сам по себе свой какой-то законченный мысль или что-то такого типа, то нужно читать по одному. То есть, когда можешь три пасука на читать, когда они все относятся к одному и тому же, как сказать, смыслу, одной и той же фразы, одной и той же, не как сказать, не знаю, как одна и та же идея. А если каждый из них разные параша, разные идеи, то нужно разделять их на три человека, чтобы просто не путаться, что читает Тору, Тергум, чтобы не было такого постановления, что нужно читать, когда есть отдельно это самое, читать отдельно. Дальше. Медалгин бенави, вейн медалгин бетура. Что это значит? Что можно в пророках прыгать с места на место. Что это значит? Что иногда есть такое-то самое, есть какой-то ньян, как у нас сейчас на самом деле в Торе бывает, что прыгают. Или закончить хорошим вещам, или еще что-то, но перепрыгивает с места на место. Пророк читает в повторе какую-то один часть, потом переходит на другое место, читает другую часть. Это вещь часто в Торе бывает, такие вещи бывают. В Торе так делать нельзя. В Торе нужно читать по порядку, прыгать с места на место нельзя. Это называется медалгин. Медалгин, то есть место на место. Откама гу медалек, то есть сколько можно прыгать с места на место в пророках. Откидей шило и в соками тургиман. То есть сколько нужно говорить этому переводчику. Переводчик, кажется, переводит, пока что мотают пророка. И можно пропустить столько, сколько берет время переметать пророка с места на место. И если это столько, то достаточно. Больше нельзя. Почему больше нельзя? Потому что это называется тирха де цибура. Это вещь, которую людям очень, как сказать, ждать, заставлять весь народ, который стоит, ждать, пока человек мотает Тору, пока там человек, который стоит, мотает пророков, это вещь, которая называется локова де цибура. Это неуважение к собравшемуся народу. Поскольку так, можно так, чтобы люди не ждали. Как можно, чтобы люди ждали, как раньше был переводчик. Человек читает что-то из пророка, пока тот переводит, этот мотает, как раз когда тот закончит переводить, тот же читает в новом месте. Так можно делать, а по-другому нельзя делать. А больше, чем на этом месте, нельзя делать. Начинаем гмору.
Ана и Шлоиша Псукин Канегит Ми. Почему постановили, что минимум человек, который читает, читает три пасука? Омар Авайси Канегит Тойра Навим Вихсувим. Поскольку у нас есть Тора Навим Вихсувим, постановили, что читают минимум три пасука. Научили мы Мишни Шима Юшлуштан Шалош Парышиот, что если у нас есть три пасука в пророке, которые каждый из них сам себе параша, сам себе какая-то законченная какая-то мысль, то нужно, нельзя прочесть три пасука, а потом, чтобы этот самый, чтобы переводчик читал третий пасук, почему? Потому что каждый из этих пасуков отдельная мысль, и поэтому нужно прочесть каждый пасук отдельно и дать переводчику перевести каждый пасук отдельно. Так написано в Мишне. Значит, теперь нужно только понять, где такие вещи встречаются, что есть, как называется, три, значит, как написано, спрашивает Мара, где такие вещи встречаются. А вижу, что штан шла вперед, куда ехал, кегон, говорит Раша, где это написано, Ишая нун бет, да, Ишая нун бет. А? Пасук Гимал. Знаешь, что написано? Пасуки Гимал. Кихо Амар Ашем Хахам Хинам Нимкартам Влобу Кесов Тигалю. Это параша. Следующий пасук говорит, это Далет. Кихо Амар Ашем Элуким Мицра... Следующий, да. Кихо Амар Ашем Элуким. На самом деле, здесь два пасука, но не важно. Кихо Ашем Элуким Элуким Мицра Мирада Миба Ришона Вешам Вашур Баефа Сашкой Вато Малипо Имашем, Килака, Хами, то есть это два и третий пасук. Гей, Наву, Аль-Георим, Раглейм, Вассер, совершенно каждый пасук, совершенно разные идеи и разные эти самые. Поэтому, несмотря на то, что три подряд, но не совсем три пасука, но не важно, три маленьких порошиот, нельзя читать каждую, то есть нужно, чтобы каждую порошу отдельно переводили. Почему? Чтобы не было путаницы. Потому что есть люди, все-таки, которые есть, которые знают только арамей, то это не так страшно. А те люди, которые знают иврит и арамит, слишком их запутают. Сначала читают один пасук, один и не, а второй, третий, потом Драгоман читает опять, так сказать, разные совершенно вещи. Эту вещь можно запутать. Чтобы такого не было, постановили, что когда такие вещи встречаются, что есть разные няны, что все-таки разделите на те самые. Дальше написано следующая вещь. Мадалгин бенави, вейн мадалгин бетойру. Можно прыгать с места в таре, и нельзя с места на место прыгать в... А? Можно прыгать с места на место пророка, нельзя с места на место прыгать в Торе. Спрашивает Марана эту кушью, кушья из Масехет Юма, дав сами Хета Мудбет. Давайте откроем, что там написано, сами Хета Мудбет, там есть Мишна. Дав сами Хета Мудбет, это где в Гмаре? Юма. Значит, Масехет Йома занимается одна из их, так сказать, части. Это Масехет сильно занимается тем, что делает Йом, то есть работа в храме в Йом-Кипур. По названию это понятно. Йом в Йом-Кипур, что делает в храме, как делает в храме. Одна из вещей, которая в работе в храме была, в Йом-Кипур Коэн Гадоль читал Тор. Одна из была в этих самых Коэн Гадоль читал Тор. Как написано? Балео Коэн Гадоль Ликрот. То есть была там между в перерыве, когда шли это самое, несли, везли этого Сира Азазелю, он читал Тору. Значит, Бай Коль Накрон. Имра царь кроет в Бигдей Вуц Коре, им лав Коре бе Ицтери Славон Мишело. То есть, если он хотел читать в тех работах, которые он работал, пожалуйста. Если он хотел читать свои одежды, какие-то специальные, тоже можно. Хазан Акнесет, то есть будет о разной должности. Хазан Акнесет, Нотель, Сефер Тойра, Вонотноли, Рош Акнесет. А человек, который вынимал из Арона Кодыша, видно, Сефер Тойра, давал, которого звали Хазан Акнесет. Хазан Акнесет, кто это такой, это... Ах, шамаш какой-то. Давал Рош Акнесет. Рош Акнесет это... Рош Акнесет, но это Сган. Сган это, наверное, замначальник, какой на. Ой-ой. Это сам сорвалось. Самих это мудбет, мы сказали, да?
Да. Барок да или кро, это параша, когда Ефину и Милуем. Что читать? Им расаби, где будут, понятно. Хазан Ахнест Шамаш, Байтахнест Тая Самух Лизрат Бараба, Лазор Барабай. То есть был на храм в горе, была синагога. Но Тель Сефер Тойров на одной Рожа Хнесес. Рожа Хнесет это как раз Габайда. Рожа Хнесет на одной Сган. В Сган от нуля Коэн. Годы в Коэн Гдурамету Макабель. Он становится, получается, Вертойру и читает Ахарей Мот. Что такое Ахарей Мот? Ваикра Тед Зайн. Ой-ой. Ахарей Мот, он читает, соответственно, А? Ваикра Тед Зайн. Да, Вайдабер Ашамер Моше Леймор, Ахарей Мот Снуя Ароду, Гроасамер Нарвозу. Йомар Ашамер Моше, Дабер Арона Хиха, Валявобу Холей Салакойд, Жмвесла Барохас. Не будет, нельзя заходить просто так. В святая святых, только может заходить, это самое, кто он предложит, специально белые одежды. И чем это кончается параша, что это происходит только в Йом-Кипур. Получается, на самом деле, в этой параше написано все, что нужно делать в Йом-Кипур. Самаха Рона Штея Сурим. Бадамам и Шалеях считают все это вещь. Вайсалахам Лхука Сулам. Выходишь Ашви, так заканчивается параша, и это будет у вас на, законом навсегда. Выходишь Ашви в седьмом месяце, это называется Тишрей. Басор Лхудеш 10 числа месяца. А именно это Йом-Кипур. Тануис Навшуисихем. Нужно будет, как называется, изнурять свои души, выкорм лахалот, асу, нельзя делать никакую работу, а гервы, гарватухэм, а израх, то есть постоянно жить и гер. Эти все нельзя делать. Кибайома за их апера лихэм, литагэр эсхэм, ликор хату эсхэм, лифнаешэм дидару. Потому что в этот день от вас искупляет Всевышний от всех своих этих самых. Шаббат, шабатон, гулу хэм, вени сэмэс на шуцэхэм, кука судам. Кевраконам шах, это тавив и так далее. Заканчивается это самое, хадва шана, ваисазу и шухэм, кука судам, лихапер альбна Исруэль, Микол хату и сом, ахаз башана, вая, аскаша, цебо, ашем, эс, муше. Так он читает, то есть с первой дырви. Дальше, упрашат, и муракуаним, гулель сефер тойра, и ваха басору. Дальше он прыгает, это было у нас в тедзайн, прыгает у нас в кавгимал. Кавгимал, то есть в кавгимал, посмотрим, сколько у меня ведет листать это дело. Кстати, вроде не свертеть, сефер тойра, кавгимал, пасу, кавзайн. Что-то написано Кавгимал Кавзайн. Следующая вещь, что написано. Я читаю псуким, который здесь написано. Ах басор лаходеш ашвиазе, йом кипурим гуло микрокойдеш и елахем, и несемес на шусхем, и крафтем, и шел ашем, ком нахалу сасу, бейцам айом азе, ки йом кипурим гуло, хапар алихем, лифна ашем, дитаду кихем. Кихоли нефиш, и так далее. Читаю здесь это прошу. Мерев адвер, тирушу шабатхем. Потом он что делает? То есть он читает и пропускает, что он пропускает, и читает другое место. Начинает он читать Ахарей Моис, прыгает в с перек Юдзайн на перек Кавгимал. Он заканчивает читать перек Юдзайн Пасук на перек до Пасук Алев. То есть он заканчивает читать перек Юдхэ, Тедзайн целиком, чуть больше, может раньше начинает, доходит до перек Юдзайн, прыгает на перек Кавгимал. Получается здесь, как сказать, хороший таки перерыв. Ну, вы скажете, что это нельзя пропускать. Продолжает Мишна, что он делает потом дальше. Гуляй сефер тойра. Что такое гуляй сефер тойра? Сворачивает ее. Маниха бахико и кладет ее себе в руку и говорит следующую фразу. Ютер мимаши карателев нахэм катувка. На самом деле написано здесь больше, чем я прочел. И потом что написано? Басор лаходыш ашвиазэ микрокойдыш. Потом читает наизусть. То, что написано бахумыш в кудим. Курея Бальпе, то есть он потом прыгает уже в Пинхас, то, что мы читаем чаще всего в Тару, и там он читает, что тоже там жертва, которая называется Мусав, Йом-Кипура, он читает это Бальпе, то есть он читает это в устно, по, как сказать, по памяти, несмотря в Тару. А? Когда и тогда в определенных вещах просто так нельзя, и надо разрешили. Значит, он прыгает на уже Бамидбар, это далекий прыжок, и читает Басор Лаходыша Шви, да. Масор лаходеш виазе, микрокодеш елахем, несемес нашуизахем, гормлахалу сасу и так далее. Он читает уже устно. Так написано там. В любом случае, что у нас к нам относится? К нам относится то, что он читает. У нас в Мишне написано, что нельзя прыгать с одного места в другое место в Торе, пропускать места и прыгать. А здесь написано, в Торе на Мишне написано, что Йом-Кипур это то, что делает Коэн Гадоль. Как это лихору противоречие между этим самым?
Курай хреймот вахбасур хамидалек, умер спрашивает, как же так может быть, он же прыгает с места на место. Омар абай ло каши, кан бигдейши явсок митургеман, кан бигдейши ло явсок митургеман. Зависит. Если это нужно прыгать с одного места далеко, так что пока тургеман читает перевод, я не успею перемотать сапертуру, то это нельзя делать. А если не так далеко, как здесь пасука с перека тедзайн до перека кавгим, это не очень далеко. Это сколько там? 7 проким, это не очень далеко. Пока что битургам, пока что там переводчик. Сейчас мы раз спросим вопрос, что правильно говоришь. Значит, пока, поскольку так далеко, так можно остановиться, и по смыслу можно перемотать сапертуру и читать дальше. Спрашивает Мара, а ва алектани мы долгим бы нави, мы долгим бы тура. После этого же мы учили, что можно прыгать с одного места на другое место, пропускать суким в пророках, но нельзя это делать в Торе. В Аткаму мы далеки. В пророке написано, сколько можно прыгать с места на место. Атки дэй шадой всех митургеман, чтобы пока он переминатывал Тойру, тот этот самый успел, тот, ну, раз не, чтобы люди не ждали, чтобы не было такого, что он уже закончил читать перевод, а это пока что крутится в Тойру, чтобы такого не было. Микляль дэбэ Тойра кляль кляллой. Отсюда можно понять, что в Торе вообще нельзя прыгать с места на место. Пророки могут прыгать на место сколько? Столько, чтобы не успел этот самый закончить читать амитургеман. Отсюда я понимаю, что в этом самом вообще нельзя. Эля марабай локаши, кан бе ньян эхот, кан бе шне ньонот. Зависит от того, если ты ньян эхот или шне ньонот, что значит. В Торе, как мы видели в этот самый пророке, то, что читают в Йом-Кипур. Йом-Кипур читают два отрывка из Торы, даже три отрывка из Торы. Два читают из Торы, треть читают устно. Почему? Потому что, сейчас увидим почему. В любом случае, эти отрывки читают про одно и то же, про работу в Йом-Кипур. Они, как бы, несмотря на то, что у них есть разница, как сказать, они не находятся в одном месте рядом, все равно все эти отрывки относятся к тому и тому же иньян, как по-русски, к тому и тому же, на одной и той же теме они находятся. Поскольку они на одной и той же теме, можно прыгнуть с места на место. Почему? Потому что это вещь, которая, почему бы нельзя прыгать с места на место? Потому что если я начинаю говорить много разных идей и разных этих самых, как называется, разных, много разных всяких мыслей, то люди уже растекаются мыслью по древу. Люди уже не понимают, о чем я говорю. Понятно? Да, то есть я вдруг говорил, что это самое, нельзя есть некошерное животное. Тут же я говорю, что если там нечистота упала, то нельзя заходить в храм. Потом я говорю, что не знаю, что если, так сказать, это самое, раба можно покупать на 7 лет и так далее. Если говорю разные иньяним, то люди это, грубо говоря, мвальбель. Так когда это идет по порядку, еще делать нечего. Туда так написал, мы так и идем. А когда я... А если с мухим, да, чтобы это учились. А если я прыгаю с места на место разные вещи, то это людей, как называется, очень сильно мвальбель. Это называется, люди начинают уже не понимать, о чем дело и так далее. Но когда это про один и тот же тему, про одну и ту же тему, тогда нет проблемы, что я прыгаю с места на место. Почему? Потому что одна и та же тема, это людей не выводит в состояние, как называется? Прострации. Поэтому нет проблемы с этим. Но что? Есть другая проблема. Если это места далеко друг от друга, как, например, в Йом-Кипур, начиная с Ваикра, Кавгимал и до Бамидбар, где там? Бапинхас, то есть уже нужно мотать очень долго, то люди должны ждать, пока мотают. Это вещь, которая называется локово-доцибр. Энбазакиво-ково-доцибр. Это называется вещь, которая неуважение к людям. Что люди стоят и ждут, пока человек мотает Тору. Это вещь, которая неуважение к цибуру считается. Поэтому постановили, что Коэн Гадоль последний отрывок, который читает, он читает его не из Торы. Почему? Потому что нельзя. Потому что пока читаешь, как называется, пока будет мотать, это людям ждут, это неприятно. Все равно это считают. Все, то есть все, что можно читать в Торе, читают в Торе. Спрашивают, как сейчас у меня сбавить вопрос, который другой нужно спросить, гораздо более простой. Какой у нас есть патент, когда нужно читать в разных местах? Походит две сафертуры, почему там так не сделали, сейчас будем разбирать. Любовь? Конечно, будет. Это, конечно, неправильно. Вот, в Атане спрашивает Мара, то есть говорит, не Таня спрашивает, Мара объясняет, что сегодня такая из Брайта. Медалгин бы турабы ньян и хат. В Торе можно прыгать с одного места, но если только с одного места на другое место пропускать какие-то куски, но если только я с места, которые, оба места, про которые я читаю, они говорят про одну и ту, на одну и ту же тему. Они как бы говорят одну и ту же идею, поэтому можно, в таких ситуациях можно. В Навибе Штейнин, в пророке можно даже с одного с другого. Почему? Потому что пророки это не законы. Пророки это вещь, которая всякие идеи, как называется, мусар и так далее. Поэтому здесь даже если с одного другого прыгают тему, но другая тема меняется, это не так страшно.
Кан бигдей шило и в соком и торгаман. Но сколько можно пропускать, только в ситуации, что пока он перематывает, тот пока что читает перевод. Давайте прочтем еще одну брайт, потом вернемся до гмара в юме, как здесь это работает. Таня идых, еще из брайта, эйн медалгин бенавили нави. Нельзя прыгать с одного пророка на другого. То есть даже если можно прыгать, это только в одном пророке. Нельзя делать, что одна часть я читаю из Йешаяу, а вторая часть из Ирмияу. В навейш лишнейм асар, то, что мы говорим, трей асар, 12 пророков, которые короткие, которые это одна книга, там можно медалгин, тогда можно там убельвать широй далек мисеф асефер атхилойс. Еще одно условие, как можно прыгать с места на место, только вперед по, а не назад. То есть назад нельзя прыгать, вперед-назад так и так нельзя прыгать. Значит, здесь гмара спрашивает вопросы наши. Гмара в этом самом, почему бы не вынести сефер Тору? Курай хамор, смотрим так. Спрашивает гмара, гмара в этом самом юме, она параллельно нашей гмаре, спрашивает гмара, как можно далеко, у нас написано, что нельзя. И объясняет то же самое Тору, что это кэв дешев сюда в Сибиргуман, то есть только можно это самое. Гмара тайми долгим и нави, отвечает об Элокаши. Кан, вешней нинин, кан, вешней нинин, то, что мы сказали. Ватаним долгим бы дура, меня хат, то же самое, что мы сказали, что можно в старе прыгать с места на место, если все говорится на одну и ту же тему, а в пророке можно нельзя, то даже если в разных темах, ваши цойцы. Уграли сафер Тойро. Спрашивает Мара, в Нихобих ходах написано в Мишне, что он после того, как прочел эти два отрывка, он сворачивает сафер Тойро, кладет ее себе, как сказать, подмышку, наверное, называется по-русски, и читает отдельная часть Бальпе. Спрашивает Мара, Колька хлама. Зачем нужно ему сказать? Там написано в Мишне, что он еще должен сказать. Знаете, что больше здесь, чем написано, больше, чем я прочел, здесь написано. Что это за фраза такая, что он думает, что прочел сефер Тору? Ответ такой, что могут подумать, что человек, когда читает какой-то отрывок, потом начинает читать Бальпе, потом начинает читает, как называется, наизусть, не смотря в книгу, что могут подумать, что в книге это не написано. Чтобы такого не подумали, он должен сказать, знаете, что больше, чем здесь написано, я больше, чем здесь прочел, больше, чем я... больше, чем я из нее прочел, здесь написано. Зачем, чтобы не подумали, что то, почему он читает устно, потому что там это не написано, и тогда будет, будет гавна сапертория, скажет, что это сапертория не кошерная, что там не написано все. Чтобы такого не сказали, он должен сказать, знаете, что больше, чем здесь я прочел, здесь написано. Кидеши лоцилация сапертория. Говорит, Раши, Шируину Сокуреба Раша Шлишит Альпе. Когда видишь, он третью отрывок читает устно. Юсуврим Шахасапертория Хасер, потому что там не хватает. Тоф, дальше у Басора ходишь, значит, третий отрывок он читает устно. Спрашивает Мараб, ламай, нигрель в никре, давайте перемотаем и прочтем оттуда историю. Омара вуна брейда рав Йошуа, омара в шеше, слефи, шейн, гурлин, сапертой, рабы цибур, мифней ковода цибур. Потому что это самое, потому что не начинают перематывать сапертой, рав цибуре и закова цибуре. Спрашивает Мараб, венейся ахрина, давайте вынесем другую сапертой, рав прочтем в ней. А, говорит Мара, почему Амаравуна бар Юда Мишум Бгамоша решен? Скажет, почему он закончил читать одну сапертуру, начал читать другую, наверное, первая не кошерная. Варишлаги Шумер Мишум Брахаш и Нацрихас. Там нужно будет делать, говорить это самое. Брахас. Спрашивает Мара, твой вопрос, сколько я помню. У Миха и Шин и Бгама. Разве мы такое боимся? Вам Амаравыцах Нафа скажет, Рош ходишь ты вет. Если Рош ходишь ты вет. Шихаль йод бы шаббат, выпал на шаббат. Так у нас одновременно Рош ходишь. У нас одновременно шаббат, одновременно ханука. Всегда упадаешь, что нужно делать? Говорит, мам, вим шало штурот. Читают сразу три сефер Тойро, выносят три сефер Тойро, читают первую про Шат Шавуа, во вторую читают Рош Ходеш, а третью читают про Хануку. Выкурин ахат бенино шильем, вахат Рош Ходеш, вахат шил Ханука. Первую читают про Шат Шавуа. То же самое. Значит, почему здесь то же самое? Не вынеси две сефер Тойро. Пускай он в первую прочтет два первых отрывка, поскольку они близко, можно перемотать. А второй сефер Тойро прочтет третий этот самый отрывок. Отвечает Гмара, Тлоса Гавра, Бетлоса Сефра, Лейка Гама. Когда читают три человека, в трех сефер Тойро нет проблем. Почему нет проблем? Потому что сколько первый закончил читать, а второй не читает. Если бы там был Бга, если там было неправильно, он должен прочесть другого сефер Тойро. Какой закон? Если человек прочел неправильно, что значит прочесть? Сефер Тойро оказался некошерным. Так нужно читать с другой сефер Тойро. Поскольку он уже не встает, а читает другой человек. Мы говорим, что... А здесь-то один тоже человек. Здесь не важно, сколько мне хазал, подумал, что достаточно привести какой-то один кусок, неважно, самое какой, подевят. Чтобы такого не было, сказали это самое. Тлоса, Гавра, три человека, Батрос, Север, Лей, как Гама. Хат, Гавра, Батрей, Север, а есть один человек в двух книжках и как Гама. Скажет, почему он начал, закончил первый читать, стал начал второй читать, наверное, первый
сефер не кошера, там есть не хватает чего-то, там какие-то буквы неправильные. Чтобы такого не подумали, сказали, что нужно лучше прочесть устно, чем вытаскивать две сефер Тойра. Значит, давайте сегодня мы дошли до Мишны. До этой. И остановимся.